Если вы неизвестны в своем рынке, но вам срочно нужно эту известность приобрести, вам нужно получать субподряды, вам нужно быть вхожим к знаменитым коллегам, что делать в этом случае? Как быстро зарекомендовать себя как эксперта, так чтобы вы еще никого не знаете, а вас уже всех знают. А вас уже все будут просто ждать. Способ очень простой. Причем он предназначен не только для того, чтобы увеличить вашу узнаваемость. Он предназначен для сбора реальной полезной информации. Итак, нужно собрать всех ваших участников рынка, ваших старших коллег, старших братьев, гуру или потенциальных клиентов и записать с ними интервью на диктофон, на видео, на все что угодно. И таким образом вы под выяснением волнующих якобы или на самом деле вопросов, вы втираете с ним доверие или узнаете что-то новое, или просто зарекомендовываете себя, или в конце интервью говорите: кстати, а вот я умею то-то, сё-то, ну и так далее и тому подобное. Так, к такому методу прибегали очень многие. Андрей Парабеллум, известный вам, брал интервью у топ-менеджеров по разным поводам, там тайм-менеджмент, развитие бизнеса. И таким образом я обогатил свою базу знаний и базу клиентов и познакомился со всеми классными людьми. К такому способу, кстати, прибегал и я, когда мне в голову, плавая в бассейне, пришла эта идея: дай-ка я опрошу-ка я всех директоров пиар-агентств, что они думают про то-то и сё-то. И сейчас вы видите этот проект, 157 интервью с великими пиарщиками. Можно его спокойно скачать, посмотреть и вот эту вот всю трехлетнюю работу увидеть. Информация действительно стала полезной, и мне уже там через какое-то время говорили: о, блин, вот прикольно сделал. Всех опросил, и вот про него никто не знал, а уже после там сотого интервью все начали узнавать. Вот. Это мне уже там через третьи руки такие мнения приходили. Ну, а мне просто было интересно познакомиться вот таким вот образом, беря интервью. Поэтому запланируйте себе 5 интервью на завтра, назначьте всем встречи и 7 вопросов не более. Вам понравится.